Вон волк уже ходит у палаток, облизывается, но... Опять летят, говорит. Возле меня, блядь. О, восьмерка. Калаш. Глушителем. Да? Нормально. Четвёрка. А, это компес, просто он выглядит как глушитель на картинке. Ты убил собачку-то? Сошка у меня есть. Или нет? Собачка живая? Живая. Смотри, они сейчас умные, сейчас она может через крышу к тебе зайти, через пожарный вход подняться. Если ко мне зашли, я чуть не охренел. Трубовичок. Четверка нужна тебе? Да, на калаш бы поставил. Кстати, она встанет тут на калаш, интересно. Здесь же нет планок никаких. Да. Встанет? У меня это хорошая четверка. Че, уже кого-то убили? У меня тип тут рядом! Ёпта. Убил. Убил его, но у него должен быть напарник. В чате не появилось, что ты убил, да. Спина, блин. Вижу, 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 бегу. Вижу его. Хорош. Все, минус. Он начал меня добивать сразу. Ну, ты удивляешься? Блин? Ты что, в папк не играл? Ты меня хилишь так долго? Да. Хера. Патронов уже не осталось на калаш 28. Ну так вообще один магазин был. Со шляпой, блин, пришел. С телогазом, с дробашом. Принес лут, что тебе не нравится? Нравится, но, блин, у меня пива нет, только водка. Ты как Кузьмич, блин. Ничего нет, только водка. Да, ничего нет. Есть хил какой-нибудь? У меня сгуха есть, знаете, скину. Возьми сгух. Скинь мне четверку. Сейчас. Сейчас выйду. Так, ладно, поехать-то полутаться. На розовенькую, кажется, катаемся, что ли. О, у тебя третья броня? Вторая. А, вторая такая. 45-я, иначе. Не нужны же, да? Поехали, поехали. Все, поехали. Через аномалию, похеру. Баллон как быстро тратится. Кстати, да, у меня почти пустой уже. У меня наполовину. Жесть. Блин, я как Нигер с пистолетом просто боком сижу и целюсь. Блин, мне новые баллоны нужны тогда. Волк. Дави их. Волки! За мной погнался, он хочет нам отомстить тебе лично. Сейчас ментов вызовет, палить надо. Я заберу твои баллоны. 20 человек. И в красной зоне мне считай. Нельзя ходить, иначе задохнусь. О, а тут дверь закрыта. Конечно же, тут нихера нету. Впереди. Двое. Вижу их. Минус. Хорош. Я уже как раз со снайперки. Справа, справа еще подходит. Понял. Дал одному спину. Минус, походу. Ну. За столбом от меня черт. Снайперка. Не вижу, не вижу. Смещаюсь. Один с... Дал в него, он живой. Слева какой-то. От вагонов или где? Справа от вагонов. Он почти дохлый там должен быть. Взялся новые баллоны, короче. Минус. Да. Ты двоих, да, убил, получается? А? Да, ты двоих убил, получается. Да. Хорош. Самолетик летит. Все, он завис уже, сейчас будет там скидывать трос. Здесь что-нибудь есть? Или типа уже утонули? Дроп сейчас, смотри, будет падать. Водка. Сбрасывай, сбрасывай. Бросил. Скинул. Идем? Пойдем. Мертуха вроде еще, это только готовится. Машина едет. Вижу, вижу, вижу.
Хорош. А, я думал, ты его убил. Нет. На один был. Блин, или нафиг дроп, не успеем, пойди сейчас кто-нибудь залезет по веревке и проиграем. Третью броня. Три команды против нас. Ну это, ну, антират у меня только остался. Бежит по железке сзади от дропа. Дал у него два раза. Да умри ты уже. Ни хрена, я раз... Все, он умер. Я раз 5-6 по нему попал с калаша. Ну, может, броня третья была, все дело. Три тима. Или две даже, получается. Выстрел, СВ-шка, по-моему. С противоположной опять стороны, где-то там, где-то у домиков примерно. Блин, а это что за патроны? Да, вижу. 32 на 39, это плохо. Там машина у них. Два типа за машиной. Ох, башку дал. И других там прессуют, чувак. Как они живут там, я не знаю. Но их надо брать. Они там покойники. А, я ж могу тебе поставить метку, чтобы ты понимал. Вот там где-то. Ну я понял, впереди. Что за машина, да, я вижу. Задымляются там, видишь, дымы дали. Угу. Блин, но он мне всыпал со свежки. У тебя нет ничего похилиться, чтобы... Есть, но не знаю, захилишься это нет. Я его добил. Скинь мне похилиться что-нибудь. Идем. Так, кровь остановить и еду. Бинтики, бинтики вот тут хорошо, это, по-моему, расхилит нас нормально. Там у него напарник должен быть в домах. Капец, тут банок насыпал, блин. Так и сидя, так быстро ходит с прицелом. Прицел ставишь и сидя идешь. Справа обходит. Не вижу. Я вот через дым работаю. Сейчас, сейчас увидишь. Сейчас кто-то стрелял, походу, по нему. Трейсер летят. Это я стрелял по нему. Взорвал его гранатой. Я не понял. Взорвал его гранатой, вот тут, тут он воздух был. Просто бегает у меня. Походу, что-то глючит. Ну, два трупа. А что, двоих взорвал? Да. Если они... он живой уже был? Аптека тут есть. Что это, что шмальба, это? Шмальба, шмальба, шмальба. Блин, аптека нужна срочно. Где-то стоит. А, вижу. Все. Хорош. А, я пошел назад. Да. 8. У меня тут волки еще бегают вокруг меня, контролят. О, это что? Ты похоже на снайперку с 98. Это здесь был? Везде уже был? Да-да-да, все посмотрел. К нам кто-то бежит, по-моему. Скинул тебе в ствол. Ну, у меня есть здесь-то. Это будет посерьезнее. Где-то ТСВ стреляет? С башни, что ли? Нами. А ты патроны не скинул, это шо? Там были заряжены же. Нет, ноль. Ноль? Угу. Вон он, вижу его. Видимо, Саша. Баг. Дал в него. Еще дал в него. А где он? В палатке? Попал по мне. Минус. Да. Хилиться есть что? На сгуху хряпни. Ёп, как на сгуху-то. Ну там у него ящик валяется, ты его сразу, походу, убил. Да. У нас еще бегает. Да, ломо. За бочками вот туда, куда я смотрю. Давай, вылазь, блин. Вылазит. Ага, ящик. Там вроде магазин еще я туда поставил, тебе хороший, расширенный. Ха, нашел тут труп в туалете. С третьей сумкой, блин. Вот этот волк съел, ой, походу. Нет. Его волк съел, да. Должен быть. О, вижу перед нами.
Двое. Далеко? Строение. Просто ага. Бегут. Понял. Блин, тут аномалия. Две аномалии по бокам. Да, там между ними. Вижу. Увидел нас, наверное. Да нет, вроде не должен. Аномалия, аномалия попал. Видит, я видит тоже... нас, в упор стоит. Минус. Хорош. Кровь идет, как остановить? Не помню. Черт. Так, моторезовские патроны. С моторезом был с юмпиком, чувак. О, еще тушеночка. Так, да. Так, эта вертушка зависла. Пойдем. Подниматься будем. У нас тут дроп стоит. И слева два типа бегут в поле. Вижу. Стреляем? Да, могу работать. Давай. Дал одному. Заднему. Минус. Да, ты его как раз шлепнул. Не попал. Попал. Стой, стоит за деревом. На него волки загрелись. Дал ему в руку, минус. Здесь шлем. Второй возьму. Вторые баллоны тут есть, если что, в дропе. Может, может свалим? Нам надо, надо идти стопудово к вертушке. Волк бежит слева. Волк, как волк, встречай волка. По тебе? Или ты? Нет, я. Пойдем к верту. Еще четыре команды, считай. О, кто-то полез. Смотри, смотри, веревочку, он лезет. Вижу, вижу. Дай в него, осталось немного ему добить. Хорош. Блин, сейчас так быстро лезет, фига. У меня патроны той тушки закончились. Посмотрим, вот тут вот так слева. В любом какие-нибудь красивые. Сидят, да конечно, три команды еще. Там, конечно, тоже могут быть такие одиночки. Подожди, три команды? Ну да, видимо, он один. Один был. У него нет ящика. Где-то в сторону, наверное, упал ящик. Либо он где-то забаговался, не знаю, сверху там повис. Все как обычно. Сверху завис. Вижу, вижу, вижу. А где такая большая стоит лэп? Понял, он. Слева от лэпа. За деревьями шкерится. Дал одному. Отхожу. Они стреляют. Да, да, да. А, вижу, вижу, вижу. Там снайперка. Да, у него пару раз. Я хилюсь. Хилюсь, хилюсь, чешусь. Все, я фуловый, бегу. У меня хила нет. Вижу. Одного нокнул. А, убил, убил. Его убил какой-то Ричи? Да, его тут другой убил. Вижу, там еще там же, под лэпом, тоже есть. Еще я, Тима. Я поднимаюсь. Держивай. Вот сейчас работает кто-то. Это он работает. За елочками там. Блин, он меня видит. Зараза, блин. У меня оружие с прицелом. Все, последний был. Хорош. Фу, пятеро. Трое. Полез? Точно. Спускайся давай. О, там лежал где-то, что ли? Верно. Хилис. Как он с газом там? Он по тебе попал, что ли? Да. Опять где-то ползают по ней. Подсолнухов. Кажется, они в домах сидят. Но у нас Тима одна осталась. Да, да, да. Я хочу просто сказать, что зажать. Я хочу контроль его узнать. Постреляй. Постреляй, что ты? Отдачи просто как психи. Так отдачи вообще нет, Николаша, что за хрень? Я ее пытаюсь законтролить, и у меня вниз опускается. Где эти выживальщики, бля? О, полез, полез, полез. Падай давай. Что-то мне не написано, сколько... Закончились патроны в эмке, да? Калаш, пам-пам.
Я бы нас РПК вжимал, у него были шансы вообще, нет? Лента на 100 там просто в коробочке. У него там веревка, наверное, уже. Зачем он полез вот вообще? Я вот не понимаю. Ну там полз, что ли?